Всем привет, зрители и подписчики канала Малыш Футболист. Мы вернулись сегодня с игровой тренировки. Саша, сколько сегодня забил? Один. А сколько мог забить? Три. Три мог забить. Были хорошие моменты, но ничего страшного. Нарезка голов за октябрь скоро будет на канале. Итак, погнали открывать наборы. Weekend League, Division Rivals и много того, чего я за неделю успел накопить для Сани. И приходи сразу в кухняшку. Так, ну что, поехали, мы открываем наборы. Итак, Food Champions. Сначала я сейчас зарегистрирую на Weekend League себя, на следующую, да? Чтобы наконец-то сделать хотя бы золото 3. Итак, у нас один выбор игрока особого предмета. Большой премиум набор золотых игроков. Мега набор, 20 тысяч монет и 2000 очков квалификации. Итак, Сань, нажимай. Выбираем красного игрока. Итак, кто это будет? Да, это, конечно, не сильные игроки. Выбери вот этого, 84 рейтинга посильнее. Но мог кто-нибудь покруче попасться, конечно. Команда недели в этот раз была, в принципе, достойной. Итак, нам надо зарегистрироваться на следующем турнире, который начнется через 4 часа. Итак, регистрация пройдена. Давайте посмотрим, кто нам мог попасться, в принципе, да. Еще раз пробежимся. Итак, в команду недели входили неплохие игроки. Это был Гризман, 500 тысяч монет. Можно было хотя бы на Энгола. Но вообще, я бы вот это бы взял чувака. Хорошая скорость. Это Тайсон. У него неплохая скорость для него. Ну что, поехали открывать набор. У нас 15 наборов, Саня. Это очень много. Будем просто, не знаю, очень долго их открывать. Давай, поехали. Начинаем с золотых премиум игроков. Смотрим, кто нам выпадет. Ну, нет, обычные. Браво. Браво из Манчестер Сити, между прочим, из города Манчестер, где мы с тобой были. Да. Ну, дубликаты выставим потом. А остальных игроков оставляем в составе. Поехали, Сань, нажимай. Набор лучших золотых игроков. Смотри, тыквы. Скоро у нас Хэллоуин. Пока не можем пройти туннель. Да, туннель не проскакиваем. У нас что, бывает Хэллоуин? Ну, Хэллоуин у нас тоже бывает в стране. Ух ты, нам попался один игрок Лиги Чемпионов. Видишь, синенькая карточка? Один игрок Лиги Чемпионов. Так, их еще нельзя переместить. Так, давайте попробуем поменять. Так. Папа. Попробуем поменять. Папа. А давай, когда поедем на дачу, сделаем Хэллоуин. Хэллоуин сделаем. Так. Этих, ну слушайте, не продаются они никак. Ну на даче какой мы Хэллоуин-то сделаем? Хэллоуин мы можем сделать здесь, в городе. Итак, поехали дальше, Сан. 13 наборов. Нажимай. Погнали. Ну кто-то нам должен кайфово упасть. Туннель-то мы должны хотя бы раза три пройти. Опа! Проходим. Правый фланг. Ювентус. Квадрадо. Летучие мыши полетели, да? Квадрата, ребят, ну неплохо. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Нет, он стоит, кстати, ну да, недорого, 3400 всего. Хотя его можно и за пятнашку. Лингард опять навернулся в состав. Куча дубликатов. Но это неплохой набор, да, 24 игрока. Ну, ждал лучшего. Ну что, поехали, Сань, еще 12 наборов. Пока мы поймали рейтинг 83, это очень слабенько. Туннель прошли, но со слабым игроком. Нам нужен какой-нибудь топчик. Нет. Милан. 82. Ну, когда же? Когда туннель пройдем? Угу. И когда будут нам сильные из туннеля? Сейчас посмотрим. Куча игроков зато будет для набора. А в туннеле есть? Кто? Ну, сильные. Поехали. Конечно. В туннеле есть сильные? В туннеле. Если туннель прошел, значит уже как минимум какой-то должен быть сильный игрок. Нет.
держи. Я не хочу. Смотри, не хочет нас в туннель пускать. Бамба. Игрок Бамба. Слышал такого? Нет, он не хочет. Бамбу. Бамбу слышал? Про Бамбу что-нибудь. Так. Он не хочет нас в туннель пропускать. Давай, поехали. 10 наборов. Я думаю, еще пару раз тут мы из 10 наборов в туннельчик один раз-то пройдем. Пройди. Сейчас будет пройди, туннель. Туннель мигнула, Саня. Испанец, пройди. Кто это может быть? Смотри, левый защитник. Ай, ух ты, инфо! Марко Алонсо! Это неплохо, вот это уже неплохо. Прошли, еще инфо мы поймали, черную карточку. Жалко, что у меня есть Роберто Карлос, потому что Марко Алонсо... Да, ну, кстати, не так дорого стоит. Ну, в дубле, это, во второй состав пойдет вообще нормально. Просто зайдет. Во второй состав. Так, ну что? Так, этого продаем. Не буду оставлять. Что-то не хочу париться. Так, лечение я уже все давно сливаю. Так, это туда. Это сюда. Сюда. Я обычно могу это дубликат. Есть. Ну все, хватит тогда. Ну что, поехали дальше. 9 наборов. Нажимай. Да, я. Можно, пока он будет у меня? Давай. Это будет мне говорить, что там называть. Правый защитник теперь. Реал Мадрид. Карвахаль, Сань, нормально. Нормально, давай. Это же выгодно. Только ты не должен... Ну, давай я быстрее, а то игроков там можно потерять. Давай. А ты их ловишь. Ты же ловишь. Так. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Я бумажка. Сейчас дооткрываем набор и сделаем, хорошо? Ну, оставим правого защитника. 19 тысяч монет, рейтинг 85. Нет смысла его продавать. Был левый, а теперь правый. Попробуем пару контрактов продать. Папа. Был левый, теперь правый? Да, был левый защитник, теперь правый а защитник. А сейчас вот передний, а потом задний. Думаешь? Не знаю. Давай. Я думаю, что будет так. Да, так будет. Так будет. Ну что, это продаем. И двигаемся ботинки дальше. Ботинки продаем. Нет, это не ботинки, это улучшение игрока ставится. То есть ты выбираешь эту карточку, и игрок улучшается. У него может улучшиться скорость или удар. Понятно? Обычный. Запата, между прочим. Слышал такого игрока? Нет. Вот, я тоже не слышал, но знаю, что он есть. Оставляем всех. Поехали. Нажимай. Итак, следующий набор, ребят. Такое количество наборов мы открываем редко. Но буду стараться за недельку копить наборы, да? Но нет. Опять обычно. Точно! Так, не надо говорить. Ой. Тихо говорит, что сам черт придет. Так, Сашка. Хорошо, вот сам да. Черт прийти, меня он снимет на небесах в тюрьму. Давай сейчас попробуем поменять дубликаты. Так. Вверх, вверх. Так, ну что? Поехали! Двигаемся дальше, подожди. Давай, 6 наборов. Нам хотя бы еще бы, ну, одного какого-нибудь топчика прям хотелось бы, прям, чтобы он дорого стоил. Продать его, я бы в защиту себе купил какого-нибудь этого кумира. Два топчика. Мы, ну, мы таких поймали. Мы слабеньких. Пока два топчика поймали. Слабеньких топчика мы поймали. Топчик. Пока ничего особенного мы не свалили. А что такое топчик? Топчики, ну, это значит сильные игроки. Топчики. Топчики, сильные игроки. Нажимай. Так, тыковки, может быть, тыкву поймаем? Сейчас мы тоже в туннель будем проходить. Да не проходит он, Сань, никак. Туннель никак не хочет проходить. Что дают эти воротнички? Все, порешли банан, а потом продолжим. Не, давай уже доделаем, тут осталось два наборчика. Три набора осталось открыть. Три наборчика. Ой, четыре наборчика, давай нажимай. Ну, почему на четыре? Четыре наборчика. И идем кушать бананчик, да? И мультики смотреть. Ну, чуть-чуть посмотрим.
Ой, как мигало сильно. Сильно мигало, но ничего не получилось. Ё-моё! Три набора, Саня, старый. Ну хотя бы в три набора должны быть топчики нам. Сейчас посмотрим. Должны уже топчики нам попадаться. Для одного топа. Так. Нажимай, поехали. Топчик, попади на топчик. Нет, опять обычный будет. Да чё? Давай, погнали. Подожди, сейчас мы уберем, которых мы оставляем себе. И будем этих бустаем на продажу. Остальных оставим для избычи. Давай, последние два наборчика осталось. Четыре серебряных игрока. Четыре бронзовых, четыре золотых. Испанец, опять испанец, Сашка. Центральный защитник. Да ё-мо, это слабый. Это опять этот Бата, он уже, по-моему, у меня был. А, это уже вышки. Да. Это Бата, он, кстати, в 19-й игроке был с такими глазами. Подожди, ух ты, Аспина. Аспина нам попался. Ну игроков Лиги Чемпионов мы оставим, они нам пригодятся. Может быть, для СБЧ каких-нибудь, которые выйдут в ближайшее время. Вот, соответственно, этого мы отправили. Ну что, последний набор. Последний. Топчик. Выводи свой топчик. Но... Нет. Ну почему все наборы без топчика? Ну что, друзья, нам не попался особо ни один топчик. Попался левый защитник Информа Алонсо, попал правый защитник из Реала. Это не самые топовые игроки, но для СБЧ пригодятся. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки для малыша-футболиста, пишите комментарии. Всем пока!